Фиша очень хорошо. Погода у нас сегодня отстой. Целый день идет дождь, холодно, так что мы тренируемся, монтируем видео, играем в игры. Строим какие-то коварные планы. Сейчас выясним, что здесь происходит. Что здесь происходит? Дождик. Шалом. Шалом. Как дела? Как видео продвигается? А мы уже все отсняли, но нам нужно еще чуть-чуть снять материал. Мы можем завтра снять, но у нас уже готово 34 секунды. 36 секунд. Огонь. А можно кусочек посмотреть? Кусочек, конечно. Е, круто, 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 круто. Железнодорожной компании. Вы не являетесь конкурентами. По короткому пути можно запустить только один поезд. У вас будет минута на то, чтобы договориться. Если вы договорились, допустим, вы уступаете им на каких-то условиях ветку. Все, мы пропускаем поезда, считаем прибыль за этот день. И у вас есть минута на то, чтобы пересмотреть стратегию. У вас есть еще 2 минуты. Время. Мы говорим громко, чтобы все слышали. Есть вариант, что первый день едете вы, и потом 3 дня едем мы. То есть получается по 18 тысяч. Вы получаете 12.
и 6 тысяч. У нас другие условия. У нас условия первый день едем мы, остальные два вы. У нас, а как ты думаешь? Там по 3 дня получилось. Мы по 4 рассчитали, и последние 2 дня мы будем чередоваться. Конечно, вы хорошо рассчитали, у вас будет больше прибыли. Тихо! Хорошо. Мы чередуем, но при этом мы берем с вас, когда мы вас пропускаем, $10 за вагон. Нет, не согласен. Мы пропускаем вас этот день, что второй, но за это вы нам платите хорошо, $3 за вагон. Тогда, когда мы приезжаем, вы нам платите $5. Вам выгоднее. И тот, про который это играет, один из них. Навык называется так. Участвуй в сделке только если оба игрока выигрывают. Если плюс-плюс, если вин-вин. Если плюс-минус, не связывайся. Правило звучит так. Или вин-вин, или не связывайся. Ваша задача, еще раз, я 5 раз проговорил про то, что вы не конкуренты. То есть команде Б пофигу, сколько та команда заработает на своей нефти. Вам все равно, сколько эти заработают на персиках. Вам важно на своем конкретном товаре заработать как можно больше.